собрали вот такую шикарную малину. Я вот собирал и все, думал топ 5 сортов ремонтантной малины для рынка. Ну вот один из них для сравнения, то есть сорт Зюгана, для сравнения вот рядом Джон Джи. Значит, Зюгана очень вкусная, довольно-таки не мелкая, и я бы сказал, она в сравнении где-то можно поставить рядом с Моравиллой по размеру. А вкус особенный, он не кислый, но не приторно-сладкий. И если посадить именно вот Зюгану, то однозначно она будет отличаться, скажем, от такой малины своим размером. Костянка несколько крупнее, но в чем ее плюс, то, что даже, не знаю, как камера передает, вот возьму я одна вот справа переспевшая ягода, слева как бы такая розовая. Так вот, именно вот эта вот ягода розовая, уже в этой фазе она имеет очень приятный вкус. Что нельзя сказать о других сортах, которые отдают такой как бы кислотой, кислинкой, да. Сейчас пересыпем мы вот в такой вот судочек пинетку и посмотрим, как она будет смотреться.